Кыргызстане появится уникальное место. В Кыргызстане построят огромный ипподром для конно-спортивных игр на 20 тысяч мест. Он расположится на территории в 210 гектаров, это 294 футбольных поля. Землю под объект в районе аэропорта Манас в ближайшее время выделит Кабмин. Там же создадут условия для содержания лошадей, проживания спортсменов и работников.